Всем привет, с вами Матвеева Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня у нас 15 октября 2021 года. Чем сегодня занимаюсь? Кто внимательно смотрел мои ролики, видели, что я делала двойники на своих саженцах винограда, пока они росли. То есть на лозу я приматывала вот так вот тоненький укрывной, туда субстрат рыхлый. Это здесь в данном случае был кокос, смешанный с землей. Можно просто кокос, можно торф, ну любое что-то рыхлое. И вот сегодня я их распаковываю. Был хороший заморозок. Все, лист уже отмерз. Некоторые не созрели, лоза не созрела. Надо будет немножечко дома подержать. Ну вот корни. Я даже чувствую, что вот здесь вот прямо корни. Вот целлофан сниму, а вот эту не буду снимать. И посажу сейчас ведра их. Посажу ведра, немножечко подержу дома, потом увезу в подвал поставлю. Немножечко дома, потому что лоза не созрела. Если она недозревшую ее поставить в подвал, она может подпреть. Вот так вот я делаю двойники, на всякий случай, чтобы сохранить сорт. Потому что выписывать даже черенки дороговато. Надо оплатить транспорт, да. Лучше я сохраню, сделаю двойники. Если все нормально, мой виноград перезимует, значит, эти двойники пойдут, ну, какие-то новые руки или на новое место. Все, всем пока!